Патрульная полиция проводит профилактику нарушений, связанных с нарушением пешеходами правил дорожного движения. Пока что правоохранители ограничиваются разъяснителем работы, предупреждают об опасности. Однако злостные нарушители со временем будут оштрафованы, говорят в патрульной полиции. Здравствуйте. Вы по телефону общаетесь. А я смотрю хорошо. Да, я понимаю. Хоть и на телевизоре, извините. Скажите, пожалуйста, правила дорожного движения для пешеходов вы как-то читали, изучали? Знаете? Конечно, мне стыдно. Больше не будет, честно слово. А как бы вас зараз успели, чтобы с вами было? Ну так все здесь так переходят. Ну не все. Вы же не за всех отвечаете. Вы знаете, что я должен был так сказать, что все так переходят, и я перехожу. Мы хотим зараз, чтобы нам пообещали, что вы больше не будете так работать, и будете только на пешеходном переходе. Я побоюсь, что вы скажете на колено. Вы бачаете? Нет. Обещаете? Да, обещаю. Дивите. Началась украинская отработка пешеход. И первый этап – это подготовительный. Основная цель и задача – это профилактика. Профилактика и работа с пешеходами, которые нарушают правила дорожного движения. Мы останавливаем пешехода-нарушителя, проводим беседу, либо не даем возможности ему нарушить. То есть так уже, как мы успеваем, смотря с какой стороны он перебегает. Беседы, профилактика, предупреждение. Пока не штрафуем, пока общаемся.